По делу о нападении на церковь на севере Франции задержан сириец, который ищет убежище в стране. Ранее сообщалось, что террорист, напавший на церковь, был местным жителем, который год назад пытался пробраться через Турцию в Сирию, однако его задержали и выдворили на родину. Там его посадили в тюрьму. После года заключения мужчину освободили и поместили уже под судебный контроль с использованием электронного браслета, который позволял ему выходить из дома родителей, к примеру, где он жил, но только на 4 часа. Второго нападавшего долго не могли опознать из-за пулевого ранения в лицо. Им оказался Абдель Малик, который родился на северо-востоке Франции. И хотя судим он никогда не был, в поле зрения полиции попадал. В прошлом, кстати, не единожды, так как пытался добраться до Сирии. Во вторник двое вооруженных мужчин захватили 5 человек в церкви города Сент-Этьен-Дюрюнде, неподалеку от Руана. Обоих преступников ликвидировала полиция. Один из заложников, священник Жак Амель, был найден с перерезанным горлом. Другой заложник сейчас находится в тяжелом состоянии. Прибывший на место происшествия президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение терактом, а ответственность за случившееся взяла на себя организация ИГИЛ.